Привет. Это ты, Жасмин Диксон? Да, это я. А ты? Кто тебя послал? Я тебя отсюда выведу. Идти можешь? Я не знаю. Эй, подъем. Надо уходить. Быстро. Понимаешь? Да. Я поняла. Можем. Можем идти. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Садись. Тебя отвезу домой, к мужу. Он тебя ждет. О, Господи! Я думала, что я... что уже никогда. Ты не знаешь, что они... Сколько раз... Каждый вечер... Это уже в прошлом. Все кончилось. Они тебя больше не тронут. Я не знаю, кто ты. Спасибо тебе. Добротная работа, Ви. Жасмин уже едет к своему супругу, а он уже отправляет мне мой гонорар. В смысле, наш гонорар, конечно. Спасибо тебе, Ви. Закрываю заказ. Thank you.
Oye, despacio. Круто, что ты приехал. Я рад. Садись, покатаю тебя чуток. Я как только тебя в прошлый раз увидел, я сразу подумал. Этот пацан не сыкло. А мне для этой работы именно такой человек и нужен. Лучше скажи ему, чтобы он не пиздел, а руль покрепче держал в лапах. А то каждый раз, как он за рулем, мы улетали куда-нибудь, блять, в канаву. Твоя тачка? Нет, конечно. На прокат взял. Разобьем, не страшно. Это и есть план? Сука, так я и знал. Я так и не услышал, что это будет за работа. Да ты понимаешь, кое-кто в этом городе совсем берега попутал. И ты поможешь мне восстановить справедливость в гадюшнике, в котором мы живем. Ага, вот так значит. А поточнее? Есть такая девочковая группа, Аскрэкс. Три птички из Японии, щебечут свой говнопоп. Стали популярны в Азии, для этого много ума не надо. А теперь едут в тур по новым штатам и хотят его рекламировать кавером на мою песню. Ты представляешь? А я не позволю с собой так обращаться. Говори, что надо делать. Мне сказали, что тут будет проезжать концертный грузовик Аскрэкс. Сделаем все, как в старые добрые времена. Разнесем его к чертовой матери. Нет оборудования, нет и концерта. Кири сам решает свои проблемы. Прям без армии юристов. Раньше они всегда все решали. Пока он лежал у бассейна с жопой кверху. Видимо, и правда какая-то засада. Скоро будем на месте. Мы на месте. Багажник, вынимай оттуда все. Ну и ну. Неплохой арсенал. Мы же сражаемся за искусство. С большой буквы И. Приступай. Ага, знаю я его. Искусством тут и не пахло. Сейчас все будет. Знаешь диджейку Айви Кому? Ее убили. Вот прямо здесь, на этом месте. Ее лимузин вело Ави под маскировкой. От девки мало что осталось, от лимузина тоже. Потом оказалось, что целью была вообще не она, а какой-то пиджак из биотехники. Он отлизывал ей, когда полетели пули, и... В общем, их так и нашли. Разложи вот здесь. Все, прячься, быстрей. Что теперь? Теперь ждем. Автоматические модули, шипы, чтобы колеса прокалывать, стандартный полицейский набор. И гранаты еще. Где ты все это взял?
Там же, где берут эксклюзивную дурь, новейшие прототипы аудиовокса, свежие юбари. Черный рынок. Не, фанаты. А, вот они, как раз вовремя. Наш выход. Я беру водителя, ты сменщика. Их надо вытащить из машины. Вы там ебанулись? Надеюсь, ты знаешь, что это делаешь. Что такое? Вышел из машины, блядь! На землю, сука, чтобы я руки видел! Давай, на выход. Веди себя спокойно, и никто не пострадает. Вы что-то перепутали. Мы же не... Я сказал, спокойно. Ложись на землю. В третий раз повторять не буду. Эй, мужик, опусти ствол. Давай поговорим. Завали его! И тогда все быстро кончится. А, мать моя женщина. Слышь ты, карту доступа возьми. Открой кузов. Хорош вертеться. И без глупостей. Что там внутри? Держим рот на замке. Барахла, по крайней мере, на пару сотен тысяч. Точно хочешь его спалить, а не забрать? Ой, бля, я тебя умоляю. Я в жизни ничего не крал. Да ладно, блядь. А кто у меня струны тырил, когда мы начали выступать с самураем? У него никогда своих не было. Спасибо, господа. А теперь бегите. Бегите и не оглядывайтесь! Шли вон говнососы, пока я добрый. А теперь кульминация. От всего этого добра должна остаться только кучка дымящегося хрома и пластика. А, хочешь оставить автограф? Ага, угадал. Смотри, не промажь. Классно с тобой работать, Ви. Твою мать, Керри. Это же просто грузовик с барахлом японских куколок. С таким же успехом можно было напасть на ларек с сахарной ватой. Блять. Но для него это шаг вперед. Прям не узнаю скотину. Красиво горит. Ничего не скажешь. Вопрос только, что тебе это дает? Эти сучки думают, что могут просто так поднять бабла на моем хите, но их будет ждать сюрприз. Знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Ты, блядь, знаешь, какова цена успеха, а? Эти сраные дешевые шлюхи хотят украсть мою песню и думают, я буду стоять и смотреть. Хуй там! У них, блядь, вообще мозгов нет! Успех. У Керри всегда был на этом пунктик. Ничего не поменялось. Правильно. Так и делаются дела в Найт-Сити. Уважаю. Вот теперь ты меня понимаешь. Спасибо. Копы, дельтуем. Иди, надо от них оторваться. Последний раз от копов бегал в 2020-м. Ха! О, как раз! Джонни! Да-да! Мы тогда были обдолбаны в хлам, а они нас все равно не поймали! У этих тоже нет шансов! Хуй вам в сраку! Оторвались! Я потратил на тебя кучу Эдди, но это того стоило. Ты прям профи! Я пока никаких Эдди не видел. Так, я, пожалуй, сойду на Карнитас.
Вере Евродин ест в таких забегаловках? Ха, чумба. Да здесь варят лучший в городе кофе. Густой, как смола. А если они тебя знают, то еще и натуральный. Давай пошли, я угощаю. Вау, кофе с рок-звездой? А давай. Все бывает в первый раз. Когда мы только собрали самурай, все наши бабки уходили на гитары, струны и прочее вот это говно. Джонни вечно у меня все пиздил. Эй, Рэйчел! Доброе утро. Я как будто помню эту дыру и эти запахи. Откуда? Да, привет. О, боже! У нас все время не хватало денег на жратву, но мы каждый день ходили через улицу в Кальенте. Наедались там до отвала, вливали в себя галлон кофе. Джонни всегда говорил, что с голодухи да по упорке мы могли бы сожрать хоть картон, на котором бомжи спят. Нет, конечно, он был неправ. Мистер Евродин, вам как обычно? Угу. Двойной ямайский эспрессо. Без сахара, без ничего. Конечно. А что вам? Мне то же самое. Хорошо, подождите немного. Черт! До сих пор сердце стучит. Бля, это было дико круто. Последний раз со мной такое было в Мемфисе. Последний концерт в туре. Волны энергии. Я на сцене. Бля. Вот, сука. Опять вспомнил про этих шкур из Аскрекс. Как думаешь, они поняли посыл? Ты реально настолько их ненавидишь? Да ты послушай только. Блядь, кровь из ушей. И это их главный хит. В натуре, ну блядь, ну такую херню как... Давай так, если они не отступят, просто скажи мне. Поговорим с ними по-другому. Спасибо. Надеюсь, они теперь исчезнут с радаров надолго. Ну, а если нет, ну, блядь, ну... Ну, я не хотел бы, чтобы Джонни опять оказался прав. Стой, а Джонни-то тут каким боком? Ну, он считал, что я бросаю самурай ради денег. Славы. А это неправда? Да не-не-не, это правда. Чего уж тут. Просто он еще говорил, что вот так я сажаю себя на цепь к корпорату. И с этим ты уже не мог согласиться. Понимаешь, Аскрекс... Может быть, я такой же продукт системы, как и они. Тону в грязных деньгах, вместо того, чтобы в них купаться. Джонни мертв. Вроде как. А ты жив. Подумай, чье мнение для тебя важнее. Свое или чье-то еще. Вопрос с подвохом. Только если у тебя не хватит смелости ответить честно. Ах, мне пора идти. Спасибо за... Ну, ты понял. Не за что.
на стройке началась какая-то жесткая разборка. Нападавший тяжело вооружен. Он нам очень поможет в исследовании киберпсихоза, если у тебя получится взять его живым. Все подробности высылаю. Thank you.
нет? Какой там сон, когда деньги делать надо? Смотри, на меня работает одна девушка, Джулия. Я должен был получить от нее кое-какие важные данные, но она куда-то пропала. Проверь, что с ней, а? И про данные не забудь. Детали прилагаю. Интересно. Сейф за картиной. Жутко оригинально. Хотя, живопись в доме наемницы – это все равно, что найти у тебя оперный брейн-данс. Меня больше интересует, почему эта картина упала. Джулиет сильно торопилась. Да. Что-то тут очень мутное произошло. Что-то мне это совсем не нравится. Гляди-ка ты в оба. Хочешь, поделись жизненной мудростью. В сейфе обычно хранятся ценные вещи. Тут есть ридер. Надо поискать щепку доступа. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Мои друзья говорят, ты не должна меня тут держать. Надо уходить. Парад уже начался. Иногда и мне везет.
сказать насчет Джулиет. Блять. Она не говорила, что у нее есть сестра. У меня просто нет слов. Спасибо за данные, Ви. Заказ выполнен. Я, в общем, еще позвоню. В целом считаю, что грубая сила – это не лучший способ добиться цели. Но иногда другого выхода просто не остается. Есть одна заноза, которую надо вытащить. В Найт-Сити хватает проблемы без садистов, которые работают на корпорации. Окажи нам всем услугу и выполни этот заказ. Подробности прилагаются. Провокация. Откуда такое, паскуда? Нет, прошу, нет! Оу, да. Не останавливайся. Посвящен местным новостям. Корпорация Росака подписала и технические оценки состояния. Перейдем из подземелья в космос. Корпорация. Thank you.
Говорят, ты упаковал Вегу в багажник так, чтобы рабочие не пострадали. Я знала, что ты не подведешь. Скоро Вег узнает, что за свои поступки надо отвечать. Я ему лично это объясню. Бесплатно, блядь. Ты молодец, Ви. Спасибо тебе от всего найти. Заказ закрыт. Хочет побыстрее свалить из города, иначе его здесь и похоронят. Причина выстрела? Нужен приличный водитель, который не обосрется, если надо будет давать по газам. Как тебе задача? Нашли. Глянь письмо. Шестая улица. Терпеть их не могу. Все такие охрененные патриоты, а на самом деле боя будет. Это когда-нибудь кончится? А это что? Эй, вот это твой приятель, да? Вроде бы. Что сказать? Мудакам всегда везет. Слышишь? Что?
улица, они... Знаю, знаю. Ты Флавио? Вам нравится режим автономной да. стрельбы? Да. Забери. Забери меня скорее отсюда. Ты думаешь? Ну ладно. Пошли. В гараже стоит тачка. Отведи меня туда. Координаты есть? Да, есть. Блин, хотел оттянуться напоследок. Не нуди, ты, по крайней мере, жив, в отличие от девочек. Клиент где? Сзади кровью истекает. Плохо. Если помрет, мне не заплатят. Не мои проблемы. Я свое дело сделал. Отвезем тебя к Риперу. Тут рядом несколько минут. Выдержишь? О, а есть варианты? Ой. Я понимаю, профессиональная работа. Флавио мне теперь каждые 10 минут напоминает, какой ты невъебенно крутой. Думаю, эта похвала вполне заслужена. Наемники вроде тебя редкий вид. Заказ закрыт, деньги я тебе уже перекинул. Есть сайт, где поливают говном мэра Уэлдона Холда. Вернее, исполняющего обязанности мэра. Ему еще выборы надо выиграть. Короче, политика. Они все там рады друг друга в грязи смывать. В общем, мой клиент хочет, чтобы этот сайт нагибнулся и больше не поднялся никогда. Просканируй мое письмо, если нужны подробности.
народный любимец. Выборы, выборы. Успешное дело на твоем счету, Ви. Мне сказали, что вирус уже летит к серверам. В очередной раз спасибо. Закрываю заказ. Кажется, я первый. Ладно, подожду. Билл Яблонский? Я. А когда тебе все объяснила? Знаю только, что мне надо кого-то убить. Не просто кого-то. А ёбаного Джошуа Стивенсона. Остальное расскажу в машине. Садись за руль. Его будут везти по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, они могут уйти. Ты не понимаешь. Я все деньги на это отдал. Вон они! Газуй! Пусти его! Черт! Thank you.
мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Ко мне поближе, я сам разнесу его на куски. Он же идиот, блядь! Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, чувак. Кажется, я первый. Ладно, подожду. Билл Яблонский? Я. Знаю только, что мне надо кого... Не просто кого-то, а ёбаного Джошуа Стивенсона. Остальное расскажу в машине.